Новосибирская область полностью обеспечена товарами и продуктами первой необходимости. С продовольственной безопасностью, уверяют власти, все в порядке. В правительстве региона мониторят цены и запасы у поставщиков и торговых сетей. По сахару, крупам и консервам резерв есть почти на месяц. По непродовольственным технике, предметам личной гигиены, бытовой химии около 65 дней. Это данные с учетом сегодняшнего повышенного спроса. Средняя цена на гречку в сетевых торговых точках 106 рублей, на муку пшеничную 40, на сахар 60 рублей 37 копеек за килограмм продукта. И на данный момент у оптовых поставщиков запасы сахара больше 600 тонн. В течение недели ожидается пополнение на еще 400 тонн. Все сигналы мы оперативно отрабатываем и с сетями, и с поставщиками, как по доставке товаров при отсутствии товаров на полках, так и по необоснованному повышению цены вместе с Федеральной антимонопольной службой. На данный момент у поставщиков оптовых запасы более 600 тонн, и в течение этой недели ожидается прибытие еще 400. На данный момент, как я уже сказал, ситуация стабильная, находится под контролем.